Ай, ё-моё! Всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Семка, Фокси, Серега, Квест. Привет! Если пить и кушать, приятного аппетита! И мы начинаем выживать. Так, давай, за тобой бегу, бежим на башню. Быстрее, быстрее, быстрее. Я слышу, как он сзади уже знал, Серега. Мы умрем, бежим, бежим. Мы все умрем. Нет, мы выживем. Мы выживем? Ты давай, жопа. Давай, давай за мной, Серега, я покажу дорогу. Так. Отлично. Ребята, приближаемся. Серега, ты успеваешь? Да. Молодец. Ну уже у башни. Практически, но еще не у башни. Блин, запутанная карта очень, да? Фух, блин, тут уже один человек-пиздрик с нами. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся записать что-то очень интересное, как сейчас вы наблюдаете на своем экране. Так, где этот человек-пиздрик ходит? Где-то по лабиринту. Так, хорошо, что с каждого прыжка у нас будет отниматься всего 10 хп. Поэтому можем спрыгнуть с собой, Серега, 9 раз. Так, кто-то упал уже. Серега, ты его видишь в лабиринте? Я не вижу. Я вас вижу. Вижу, вижу, Серега. Где? Бежит, 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 бежит. Вон. Да, приближается к нам. Так, какой у нас будет тактика отхода? Прыгаем вниз и бежим снова на башню. Так, я не понял. Так, он заходит. Он заходит, ребята, ребята, будьте внимательны. Так, я уже прыгаю вниз. Я внизу, пацаны. Дима, он за тобой побежал. Я вижу, я вижу. Блин, пацаны, прощайте, я сейчас умру. Ай. Дима, беги лучше. Он пробежал мимо. Ха-ха-ха! Пробежал мимо. Да. Классно, да. классно. Давай на башню быстро. Он за тобой бежит. Вижу, вижу, вижу. Так, поднимается. А я сижу, и мне вообще по барабану. Я сейчас только поднимаюсь, сразу прыгаю вниз опять. Давай. Все, я прыгнул опять вниз, пусть ловит. Я внизу, пацаны. Вот, блин, не в этот раз не ведется. Блин, я слышал, как он спрыгнул вниз. Поэтому, ребята, внизу. Очень страшно, когда вы знаете, что бегает злостный аниматроник, который хочет меня убить. Он нас всех хочет убить. Но у него не получится, да, Сережка? Да. Потому я что кто мы с тобой? Мы? Банда. Фокси! И сейчас, Серега, у нас уже получается сколько? Два аниматроника. Так что, ребята, стало теперь в два раза тяжелее. Надеюсь, я буду, Серега, последний проигравший. О, бежит. Ай, ё-моё! Я к тебе смерти. Яких смерти? Так, такие смерти. Серега именно молодец. Так что, получается, я шел. Все? Пожилой аниматроник. Я уже бегу к тебе. Серега, ты думаешь, ты выживешь? Давайте возьмем быстрого аниматроника. Не он. Это не он. Это он. Бежим со всей силы, Сережечка. Ты же понимаешь, давай, что если я стал аниматроником, у тебя шанса выжить крайне мало. 100%. Проиграть. 100% выиграть. Нет, я тебе не разрешаю. Ты должен проиграть быстро. Серега, то ты там наверху? Да. О, вижу, 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 прыгнул. Так. О, привет, Димка. А я не могу прыгать? Да, не можешь. Калашматки. Так будет лучше, ребята. Мне кажется, я его так быстрее убью. Он меня сейчас не будет видеть, где я подхожу. А я уже подхожу, Серега. Готовься, твои последние слова. Нет. Так какой нет? Говори слова да, потому что два... да, тебе под... с тобой, Бедима. Так, ребята. Я его не слышу. Где он? Кто он? Да, Серега. Я на башню лезу. А ты врешь, ты убегаешь. Ты так всегда говоришь, когда убегаешь.
О, у нас тут стоит еще один. Так, нас тут двое. Где ты видишь игрока? Вижу, вижу, вижу. Вон Дэшка бегает. Что это бежит? Нас не найдут. Так, ребята, внимательно. Вижу Веста. Вест, тебе пора умирать. Он уже убежал от тебя, Димас. Да блин, да скажи ему. Да ну ё-моё, тяжело убить пацана, очень сложно. Я запомнил, где он, а он еще дальше пошел к углу карты. Ну потому что он засал, он же боится настоящего аниматроника. А я знаю, что все боятся. Убивая с одного удара. Вонючих аниматроников. Че вонючий? Я чистый, пахучий аниматроник. Новый. Давай за километр запах смердит. А я тебя не вижу, Серега. Ты решил подколоть меня? А я спрятался в лабиринте. А, в самом лабиринте? Да. Это аниматроник. Вон Дима. Это Дима вон, на вышке. Так, подожди, подожди. А, сейчас, подожди. Я найду его. Вы что думаете, он самый умный? Убили! Серега, тебя убили! Ура! Это не ты. Ну не я убил, но все равно классно, что тебя убили. Ну что, Серега, теперь ты один из нас? Да. А я уже, короче, взял аниматроника, невидимку. Хотел тебя невидимым подлететь и убить. Ну так нечестно уже. Не, ну я знаю, но я хотел. Ну, нельзя, так бы и не засчиталось. Не, ну я знаю, но я бы это сделал. Ну я бы тогда это взял бы админский пистолет и летал бы и мочил всех налево и направо. Так нельзя. А я все равно бы взял. Так, кого мы не убили? Кого-то не убили. Квеста. Квест. Сёму. А, нет. Так, собираемся все на башне, я вас жду. Сбор аниматроников. Перекличка. Я уже туда бегу. Так, я никого не наблюдаю. Я, знаете, прям приглядываюсь в каждую точку лабиринта, но я никого не вижу. А, вижу, сейчас. А, ты тоже аниматроник. Так, я вижу аниматроников, настоящих игроков не вижу. Может, их уже мы всех поймали, пацаны? Нет, двое еще. Это двое? Да. Саба, кто-то пробежал только что. А, нет, это аниматроник. Так, Серега, мы никого не найдем в этой серии, все, да? Не, сейчас найдем. Ну, как ты думаешь, может у него что там вот в углу где-то под стенкой? Да не, навряд ли. Кто, кстати, в подземном прячется, тот. Мы не найдем вас, да. Тот карапуз. Серега, ну что ты решил? Ну вот я сейчас по стенке, видишь, хожу, ищу их. О, можно сюда? Серега, смотри, где можно ходить. Где? По стенке. Прям по стене можно идти. И чекать их. Так, ребята, сейчас мы по-любому кого-то найдем. Это, наверное, самый один из лучших методов поиска челепиздриков. А, подожди. Подожди. Блин, я пока думал, что там кто-то сидит. Там никого нету. Хорошо. Серега? Да. Ты я ищешь? Я на стенке бегаю еще, смотрю. Как я? По лабиринту, да. Отлично. А если мы никого не найдем, это что за бред будет? А вы нет. Серега, знаешь, где мы еще не искали? В воде. Так, ты что опережаешь события? Я иду, короче, в воду. Нема? Да, я смотрю. Блин, печально, кстати, ребята. Давайте быстро возьмем. Так, сюда нельзя. Ахаха, пишет Серега. Да я вижу. А почему он пишет ахаха, если мы можем их убить? Да сейчас. В воде точно нету? Ты хорошо искал? Да, там нет. Я... Так, перепроверю, потому что хитрые жопы, обзор маленький. Серега, где он был, пожалуйста, скажи. А он в углу сидел лабиринта, правый нижний угол. Блин, а я что там не... А, да, я там как раз не искал.
Это вот здесь вот получается где-то. Засмотрю. Так. Еще. Того еще не нашли? Все, всех нашли? Одного человека. Одного человека не нашли. Хорошо. Может, он где-то так заныкался сильно. Давайте для эксперимента просто найдем его или не найдем. Прикинь, куда-то залетел или в подземке сейчас сидит. Да, мы его ищем. Давайте, чтоб наверняка. Не вижу. Под водой, может? Это аниматроник. Нема под водой. Искал. Еще раз. Еще раз под водой поищешь? Да. Ищи. Блин, ребята, его реально нету нигде на карте. Да Серега. Дима. Ну нету его нигде. Он тебе уже подсказывает. Он в середине. В середине? Да, он написал в чате. Вот середина лабиринта, вот. Серега, неужели вот такие мы лохи и не могли его найти столько времени? Да. И все, что надо было сделать, просто в середину залететь. Он убежал. Так, Серега. Есть один метод проверенный. Тем более все давно просили и скучали. Ой, ребята, эпично. Все, мы тебя нашли. Ребята, если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения. Посмотрите мои ролики еще.